Всем привет, друзья! С вами Лариэль, и мы продолжаем с вами прохождение Старкрафта 2. Итак, колония Марсара, 12.41. Как всегда, мы в нашем барчике. Так, какие-то кредиты теперь у нас есть. За выполнение заданий Рейнор получает денежное вознаграждение. Когда у вас появится доступ к арсеналу, вы сможете потратить заработанные деньги на улучшение для ваших бойцов. Окей. Так, что за плакат? Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тейкус? Да что ты? Нет, конечно. Ох, это роль, а? Так, что еще новенького? Трофей, что за трофей такой? Каково это? Воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Так, а что по новостям-то? Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнора. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнора явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнора стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнор убивает женщин и детей на Марсаре. Вот мудила. Итак, что ж. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальняя и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Итак, время чем? Продержаться до эвакуации. Что ж, у нас появилась с вами новая единица, да, это оборонительное сооружение для защиты пехоты. Ну, я думаю, мне даже кажется, что на бойце, наверное, как-то, что ли, чересчур легко. Быть может, переключимся на ветерана. В принципе, какой-то скилл у меня все же есть. За нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно! Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Так, ну я думаю, это не вопрос для нас. Итак, задание «Время Ча». Чтобы обеспечить морпехов дополнительной защитой, поместите их в бункеры. Находясь в бункере, солдаты могут продолжать отстреливаться. Поехали! Так,
возвращаемся. Понеслась, ребята, вы сюда. Здесь, значит, что у нас здесь? Четверо сюда. Четверо сюда. Хорошо. Так. Отлично, добывай. Одного я возьму, наверное. Сюда. Нужно строительство бункера нового. Где он тут у нас? Ну, вот он. Давай как-то так. И ты сюда. Ребят подвинем. Так, ставим здесь еще один бункер. И я думаю, мы там дальше разберемся. Так, работаем. Конечно, есть. Работенка у нас всегда есть. Так, бункер. Готов. Отлично. Давай, возвращайся. Чё там? Нападение идет. Понятно. А вот и они. Целься! Сейчас все будет. Не, ну, в принципе, ничего тяжелого. Без проблем раскочегарили. Это радует. Один. КСМ. Взять. На ремонт бункеров. Еще. Ремонтируем. Сюда. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь. Кто там? Ох ты ж, ё-моё. КСМ готов. А у меня морпехов вообще нет. Недостаточно минералов. Так, выход. Сюда. Выкладывай. КСМ. Давай, что один сюда. Еще один сюда. Там работаем. Требуются дополнительные хранилища. Ох, как не вовремя. Так. Хранилище. Давайте где-то здесь. Я уже заждался. Так, ну в принципе я смотрю, бегут только оттуда. Поэтому давайте. Дополнительные наши КСМ атакованы. Ух ты, блин. Братиш. Ай-яй-яй-яй-яй. Обнаружена группа летающих зергов. Время прибытия. Да прямо сейчас. Скорей, скорей, скорей. Вот так. Я уже думал, нам конец. Все норм, братаны. Отступаем. Давай, удиви меня. Так, там идет нападение. Что стряслось? Что на новенького? Ракетная турелька. Отлично. Ребята, сюда. Воу-воу-воу, почини. Блин. Блин. Сейчас потеряем, скорее всего. Чини, чини, чини. Отдалим их интеллектом. Я уже заждался. Так, ну норм, чё, успели. Чего пугает? Так. Давайте еще одну. Ага. Еще по бункерам можно было бы что-то придумать. Раз, два. Хорошо. Строительство есть. Мерзость какая-то. Отлично. А друг друга можете починить? О, могут. Пристройка завершена. Так, там атака идет. Кому наверх? Что за зверка? Идеально. Есть работенка. Так. На помощь! На помощь! Нас окружили зерги!
Если можете, помогите! А где? Ух ты, блин. Ребят, ну вы прям... Прям вообще не вовремя. Чего пугаешь? Есть, сэр. Так, строим там. Мне бы пара медиков. А здесь что? Реактор. Чё-то я построил. Непонятно что. А? Давай еще что парочку. Ракетница, понятно, инженерная. База атакована. Ага. Кто там атакует меня? Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Сюда, скорей. Выкла, давай, удиви меня. То ощущение, что там никого нет. Кому навешать? Приказы будут? Так, ребята. Здесь что у нас? Улучшение пошло. Кого возьму подлагать? Одного. И давай на хранилище займись. Раз, да. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть хранилищ. И это хорошо. Что происходит? Так, мне бы еще каким-то образом бы поставить пару бункеров. Есть работенка. Было бы очень хорошо. Но я пока не особо шарю, как именно это лучше сделать. Там не вариант. А вот здесь, я думаю, самое оно. Давай один отбой, там. Отбой, места мало. В смысле мало места? Там же все четенько было. Есть. О, пошла жара. Войска союзников атакованы. Я уже база атакована. Блин. Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Мать честная. Распаковались. Войска союзников. Блин. Как так? Ё-моё. База атакована. Жесть, вообще, как меня так раскочегарили-то? Ладно, давайте не завершить, начать задание заново на ветеране. Ну, я думаю, да, просто я чуть профейлил. Жесть. Как так-то? Вроде ж нормально шел. Ну, ничего, ничего, сейчас мы это все дело... Есть, работенка? Есть. Давай, один сюда. Есть, сэр. Так, четыре. Сели сюда. Вы, гайс, сюда. Здесь лаборатория. Так, тут будут снизу атаковать. Поэтому сразу ставлю еще один бункер. Так. СМ-очка сюда, родная. Так. Там сейчас пара медиков, быстро. Пристройка недостаточно виспена. Виспена, блин. Плохо. Ну ничего, я думаю, с Виспеном мы разберемся. Давай, давай, давай. Хорошо. Четыре сюда села. Ты пока там стой. Докторишка. Сюда выход. Доктора сюда. Ctrl-1 есть. Так, пошло первое нападение. Но ничего, это не проблема. Так. Давайте сюда. Парам-парам-пам-пам. Так. Давайте 5 штук. Здесь должно все без проблем быть затащено. Так, все починено. Так, раз, два, два бойца лишними не будут. Недостаточно минералов. Все, уже есть минералы, не ври. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Так, сюда. Находимся у станции дальняя. Нужна помощь.
Парам-парам-пам-пам. Соточка есть. Ставлю. Так, иду. Спасти ребятишек. Давай, давай, восстанавливай. Отлично. Забрали. Возвращаемся на базу. Так, здесь еще два таких. Сюда. Один, пожалуйста, наверх. Мне нужен бункер. Точнее, это не бункер. Парам-парам-пам-пам. Вот бункер. Ставлю бункер. Обнаружена группа летающих зергов. Так. Время прибытия. Сейчас. Да прямо сейчас. Не беда, справимся. Главное не забывать добавлять ребят. И по медику. Задавим их интеллектом. А вон и летят уже. Пошла жара. Давай, есть. Все сняли без проблем. Так, ребята, сюда. Все, кто остались. Ctrl-1. Так, мне нужен еще один бункер. Ставлю. Здесь строительство идет. Идет. Здесь на Weapon. А здесь одного сюда. Так, улучшаю. Еще одного заказываю. Даже двух. Пара медиков. Так, ты, Кент, сюда, быстро. Ах ты, блин. Хорошо, сел. Давай еще одну воздушную пушку. Так. Хопа. Ctrl-1. Отлично, там постепенно к нам уже подходят. Но мы не будем бояться. Давайте поставим. Опа. Давай отстреливаем этих койотов. Поганых. Получайте. Все выхватили. Это радует. Ставлю. Так. Взял ребят. Выдвигаюсь. Здесь. Не-не-не. Здесь медики. А здесь парни. Вооружен и опасен. Погнали, поможем нашим. А чё эта штука здесь делает, блин? Ох ты, ё-моё. Блин. Ох ты, ё-моё, весь мой отряд покосили. Как так-то? Вообще беда. Это был фейл. Вооружен и опасен. Блин. Надо было, наверное, туда просто к ним пробежать. Улучшение завершено. Отлично. Еще одно. Доктора вызывали? Прочь с дороги! Приказы я уже заждался. Погнали. Вроде пока атаки на нас нет. Попытаемся спасти повстанца. Выполняю. Понятно. Кто на новенького? Так. Как же мы рады вас видеть! Аналогичная фигня. Задавим их интеллектом. Ох ты, блин. Ё-моё. Давай, удиви
Так, раскочегарить этих чертей. Бьем, бьем, бьем. Отлично, мы смогли отбить. Это очень хорошо. КСМ-ка сюда. Давай, хлопай бункер. Здесь пехота. Здесь тоже. Давай, удиви меня. Что? Так, раз. Опа. А тут никого нет. Нехорошо. Все, пехота села. Еще плюс два. Сюда. Блин, ну это смешно. Сюда, сюда, сюда. База атакована. Сейчас идем на помощь. Блин, воздушная херовина подлетела. Вообще не ок. Давай, поднимай. Пехота строится. Еще один. Еще. И здесь еще и еще. 57 из 59, нехорошо. Держитесь. Помощь на подходе. Отлично. Игра сохранена. Так, КСМ-ка отъедь. За твой счет. Давай где-то вот здесь. Бегом! Строй, давай, не базарь. Отбой, ох ты, блин. Отстрел какой, а, пошел. Валим, валим, валим. Все в этих. Красавцы. Срочно нужна помощь. Мы окружены. Кто-нибудь нас слышит? Так, ты сюда. Подлатай, пойди. Я уже заждался. Здесь что у нас? Раз. Опа. Так. Паренек, давай еще одну поставь. Ого, они, блин, хрен знает где находятся. Блин, мне надо еще пара бойцов. Есть пара бойцов. Что стряслось? Вооружен и опасен. База атакована. Блин. Только я отойти хотел, а? Ладно. Туда надо отправить, короче, отдельного паренька, который будет там стоять. Так, ну а ты здесь. Ох ты, блин. Чё, все? Опа. Понятно. Быстро выхватили. Лично. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас там? Строительство. Не останавливаться. Проходим. Отлично. Так, парни. Ух ты, блин. Ты чё за херовина такая? Ладно, отступаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Отступаем. Все, отлично. Отлично, отлично. Так, тут все, все сидят, все норм. Надо бы еще медика. Двух.
Так, паренек. Есть, только не бункер, а вот эта тема. Не понял. Чё за шляпа? Прям у меня под базой. Я уже заждался. Доктора вызывали? Конечно. Всё понятно. Назад. Нужно продержаться ещё немного. Вообще без проблем. Скоро нас заберут. Кину один отряд там. Вы будете Ctrl 2. А этот отряд будет Ctrl 1. Где тут раненые? Так, ты к двойке. О, это рискованно так. Так, ну чё, где там? Рой зергов. Продержаться до эвакуации. Это 4 минуты, я думаю, мы без проблем. Главное побольше только ребят наштамповать. Денежка все равно у нас есть. База атакована. Здесь нельзя строить. Наши КСМ атакованы. Так точно. Ох ты, блин. Нет, в принципе, справились, красавцы. Вас понял. Давайте к двойке. Как опять ахинея приземлилась. Но там ничего путевого нет. Так. Двойка. Главное, чтобы сюда не приземлились. Ох. На фарших, короче, разорвали. Двоечка, ваш выход. Надо тут порешать. О-о-о. Нифига себе, это дерзко как. Кому навешать? Жду не дождусь. Так, надо сюда, наверное, закинуть ребят. Вооружен и опасен. Так, чё у нас здесь? Точняк! База атакована. Нифига себе. Давай, лежать. Наши КСМ атакованы. Так, Ctrl 2. Давно бы так. Я уже заждался. Чё там у нас, строительство не останавливается, я надеюсь. Но вроде нет. Высылайте мешки для трупов. Что не дождусь? Замечательно. В принципе, вообще всех без проблем уничтожаем. Главное. Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. Вообще жесть. Кем она там атакована? Ох ты, блин. Раскочегарить их. Наверное, на самом высоком уровне сложности тут настоящий ад. Давай, удиви меня. База атакована. Бегу, марш! Так. Норм. Отойдем, Децл. О, медик, отойди. О, походу за нами уже и прибыли.
Серьезный крейсер, конечно, прибыл. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Вооружен и опасен. Итак, за 20 минут уложились. А он какое-то было достижение, где выполните задание на сложности боец, не демонтировав и не потеряв ни одного строения. И еще лучшая защита — это уничтожьте 4 инкубатора в задании «Время Ч». Угу. Ну, мы как первый раз играем, поэтому я понятия не имею, что тут за достижения и такие все интересные моменты. Вот, ну что ж, друзья, на сегодня, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр, обязательно поддержите видео лайками и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Всем спасибо, всем пока!